Всем приветики. Сейчас лето, жарко, на улице по 30 градусов и выше, и комп начал сильно греться. Поэтому я думаю, что нужно его разобрать и почистить от пыли. И сейчас мы этим займемся. Ну вот и я отсоединил все провода от компьютера. Их получилось довольно-таки много. Ну и всякие кабели питания, USB-шников много. Вот, HDMI. Ну и сейчас будем снимать его и чистить. Разбирать, чистить. Ну вот он уже и готов к чистке. Сам системный блок, которым будем чистить. Пылесос, с помощью которого будем вытягивать пыль. И кисточки, где труднодоступные места, будем почищать. Вот, ну и сейчас начнем. Заранее хотел бы вас предупредить о том, что, возможно, будет громко, потому что сейчас включится пылесос, так что приготовьтесь сделать потише, и мы включаем. Раз, два, три. Thank you.
почище. Здесь почище стало. Здесь вообще было загрязнено. Здесь стало почище, было вообще грязное, все в пыли было. И здесь тоже стало чистенькое. Все довольно-таки. Ну а теперь, ну здесь, там где это уже пальцами заляпано, это не пыль. То есть, хотя нет, есть и вот пылька еще. Но я имею в виду вот это вот. Оно вот не вытирается, это пальцами заляпано. И вот это. А где-то вот и пыль, где-то я не дотянулся. Ну, вернее, не прошелся. Вот, сейчас будем разбирать ее внутри. Чистить также. Сзади раскручивается два болтика. После чего снимается крышка. Сняв крышку, мы увидим внутренности и то, что она соединена с вентиляторами. И мы отсоединяем эти вентиляторы, потому что нам нужно отдельно крышку почистить. Ну, естественно, запоминаем. Хотя здесь особо запоминать-то нечего. Вот, как оно было. Все, крышка теперь у нас отдельно. И мы можем ее отдельно почистить. Она такая грязненная. Прям вообще. Ну, аж какие куски висят здесь. Это все пыль. Ой-ой-ой, тут прям надо чистить. Только я не знаю, есть ли смысл показывать чистку, как я буду чистить, или сразу, типа, сейчас вот показать, типа, смотрите, какое оно есть, потом пауза, и через секунду, хоп, а смотрите, какое оно стало. Не знаю, наверное, кому-то, может быть, будет интересно посмотреть, как я чищу. Кому-то, нет, наоборот, захочет видеть готовый результат. Но лично мне будет неудобно. Обычно я одной рукой держу пылесос, а второй кисточкой чищу. А сейчас как? Я не знаю, как это сделать. Вот. Хотя, в принципе, могу поставить на штатив вот так и дальше уже выполнять все необходимые манипуляции. Вот. Ну, так, сейчас приготовьтесь, будет включение пылесоса. Красивый момент, не правда ли, когда ты толкаешь, он начинает крутиться, а дальше пылесос подхватывает и ветром продолжает крутить. Это очень красиво. Ну, в принципе, вот, оно уже почищено, уже стало лучше. Вот как этот смотрится, весь такой в пыли.
И как этот смотрится весь такой уже чистенький. То есть мы подставляем пылесос, и в этот момент, когда пылесос подставлен, прямо под ним кисточкой чистим, и он все это затягивает. Ну и можно скорость, если есть возможность, отрегулировать сделать побольше, чтобы он лучше затягивал. Вот. Но это как бы такой вариант, типа прямо чистка. А сейчас можно сделать по-другому. Вот как он выглядит. Сейчас я его почищу и покажу, что стало. Вот так он выглядит, запомните. Сейчас, через секунду, что стало. Ну, а вот теперь вы можете видеть то, что стало. Я думаю, разница очевидна, то, что было и то, что стало. Конечно, где-то, может быть, есть какие-то пылинки, но тут уже все так именно не вычистишь кисточкой, где-то не подлезьте. Но основная, как бы, грязь, основная масса пыли снята. То, что тут прямо аж нависшее было, где-то вот там снизу, прямо аж такие длинные линии висели. Уже все чистота, все красиво. Вот, а дальше можно переходить к самому. Ну, крышку мы уже почистили, остался основная системник сам. Ну, а вот он мой системник. Сверху два кулера, материнская плата. Правда, вон они уже какие прямо грязные-грязные. Их надо тоже чистить. Материнская плата вот она стоит, на ней 4 планки памяти, поскольку не помню. Вот, вон там какая-то уже грязь, вон она возле красной кнопки. Вон там все такое грязное. Там процессор, на нем такое огромное охлаждение. Видеокарта стоит, тоже вся грязненная, вон такая. Вот, это уже блок питания стоит, тоже весь в пыли. Там вообще вон что снизу делается, это все... Ой-ой-ой, что тут делается? Тут уже винчестеры. Два больших. Вот они, один маленький. То есть два компьютерных, один ноутбуковский. Кстати, он хуже всех работает, ноутбуковский. Медленнее всех. Ну и там уже этот CD-ROM как бы. Вот такой вот мой системничек. И тут надо его чистить. Вспомнил я, поскольку по 4. 4 по 4 это 16. Вот. 16 гигов оператива. И тут получается, как я смогу показать? Только когда буду пыль затягивать. То есть таким вот образом, когда включу, буду затягивать, смогу это показать. А когда кисточкой буду чистить, я уже не смогу показать, потому что, наверное, некуда будет поставить штатив. Типа, как ты здесь его поставишь, куда? Если я, например, буду видеокарту вот здесь учистить. Ну, здесь, получается, пылесос будет и рядом кисточка. Куда поставить? Типа, штатив сюда, на эту штуку или как, или куда? Если на плату не поставишь, еще повредится, что сюда поставить, так не знаю, он не удержится здесь. Ну, в общем, наверное, только результат покажу. Ну, в общем, как получится. Ну, в целом, вот такая вот машина. Моя игровая. Уже надо ее чистить. Как обычно, приготовьтесь. Включаем пылесос.
лучше немножко стал. Вот, к примеру, у меня греется процессор, видеокарта не сильно греется, как бы. То есть до 80 градусов, например, не доходит. А вот процессор доходил. Вот если сравнить, вот до очистки здесь прямо все было в пыли такой вот. Все эти, как бы, линии, решеточки были закрыты пылью. Поэтому он нагрелся, что вентилятор не мог воздуху доставить до процессора из-за того, что решеточка, радиатор был пылью покрыт. А теперь мы немножко сняли, уже получше будет доставать, как бы, воздух. Вот. А здесь... Пыли не так уж много, она есть, но поменьше. И как бы поэтому не так сильно греется. Но чистить надо, поэтому я сейчас все еще отдельно почищу. Ну вот, в итоге. Здесь он почистил, чистенькое стало. Здесь он чистенькое, здесь. Уже более-менее такое чистенькое, здесь получше стало. Так. А, здесь забыл. Здесь вот почистил. Вон оно. Все прям. Ну там между этими тяжело будет почистить. Это надо. Хотя более-менее там чисто. Вот здесь более-менее чисто стало. И здесь. Правда, я здесь не проходился этой кисточкой. Просто так этим попридерживал и попротирал. Надо будет еще кисточкой пройтись. Ну и здесь он там все это почистил. Более-менее получше стало. Вон оно все. Единственное, что сейчас надо будет... Там, наверное, кисточкой. И здесь я забыл почистить. Только что как-то и про видеокарту забыл. Еще надо будет снять вот эту переднюю крышку. Вон под ней там еще есть кулер. И там тоже все почистить. Ну вот, в общем, тут еще раз прошелся. Уже с кисточкой все почистил. Вон оно такое стало покрасивее. Ну и тут тоже уже прошелся. Ну и там он, видно, радиатор почище стал. И сами лопасти почище. Ну а дальше сейчас будем снимать панельку эту. В общем, как это делается, для тех, кто не знает. Берете панельку и так вот. Опа. Один штрих высовываете, потом дальше идете. Следующий. Ну, в общем, так. По всей длине снимаете. Вот он, такие вот штучки, их надо подоставать. Это вторая, их всего три. И третью. Ну все. Ну и теперь можно снимать. Ну, когда вы приоткрыли, вот оно открыто, просто тянете, и оно снимается. И здесь еще тоже у вас есть. Ну, можно с этой стороны глянуть, что там делается. Вот, здесь тоже видно пылька. Тут он пылища. Ну и, естественно, на самом кулере тоже. Но я его недавно смазывал вот здесь вот. Поэтому он чистый. Я его когда смазывал, почистил. Вот он. А так здесь было прям тоже много. Если бы с того времени я не смазывал его, сейчас бы здесь много было бы грязи. Ну, он как там. Я там не чистил, а вот сами лопасти почистил. Вон видно такое все. Вон в пыли все. Хотя уже и на лопастях пыль, если сзади он пыль, и здесь пыль. Везде, короче, пыль. Все это тоже надо почистить. И тогда можно будет потом собирать его. Плюс еще вот тут он грязь тоже. Это уже точно придется кисточкой. Вон она вся какая грязная. Вот. Ну что ж. А пока что здесь будем чистить. Ну и включаем.
Ну, в общем, все, что можно было затянуть, я затянул. Более уже почище стало. Но какие-то места все-таки остались. Дальше уже надо кисточкой. То есть надо две руки. И здесь тоже надо тоже кисточкой. Так что сейчас почистим немножко и продолжим. Ну вот, похоже, что и все. Снизу здесь вот. Почистили все. Здесь вот тоже все более-менее чистенько. Тут вот тоже все чистенько. Ну так в целом, если глянуть, то вроде бы все чисто. И тут все почищено. Уже ничего нету такого на лопастях. И там ничего нету, и здесь чистенько. Ну, более-менее чисто. И на процессоре тоже. Более-менее и на видеокарте. Так, и здесь тоже вот оно все чисто. В общем, все более-менее чисто. Так. И здесь тоже почищено. И здесь более-менее чисто. Так. И здесь тоже более-менее чисто. Так что, в общем-то, все готово. Вот она такая техничка стоит. Питатель. Два винчестера. Ноутбуковский винчестер. Материнка вся сама стоит. Процессор с охлаждением. Оперативка, видюха. Ну и все, собственно. Весь комп. Такой. Без крышки как-то и не очень смотрится. Надеть крышку сейчас по-другому смотреться будет. Надевается так же, просто приставляется. И чтобы вот эти штырьки попали сюда, то мы их просто вдали. Сначала верхнее, потом среднее, потом нижнее. И оно одевается. Ну вот теперь крышка уже и одета. Уже с крышкой. Посерьезнее смотрится такая техника. Без крышки как-то чего-то не хватает. Ну и эту сейчас оденем боковую. Ну а когда ставите на место крышку боковую, не забудьте присоединить вентиляторы, вот эти вот два, которые отсоединяли, если отсоединяли, то не забудьте их присоединить. И тогда, ну, чтобы они работали, потому что без этого они работать не будут. Ну и все, дальше уже когда одели крышку, вот она уже вся одета. Надо закрутить болтики по бокам, которые мы откручивали. Закручивайте один. Ну там уже, я думаю, это уже и так. Каждый знает свой компьютер и сможет сделать обратное действие. Ну и все. А дальше сборка компьютера, установка, сборка. Ну вот, в общем-то, и все. Компьютер почищен, собран, установлен, подключен и готов к работе. Тут уже все такое довольно-таки видно, что чистенькое, все хорошо, все классно. Тут тоже все чистенько, только что вон все почистили. Сзади все там подключили. Все, все классно, можно теперь пользоваться. Думаю, греться будет меньше, хотя бы процессор, который был прямо закрыт такой пленкой пыльной, уже будет греться там не до 80 градусов в играх, например, а до каких-нибудь там хотя бы 70, там, я не знаю, а то и того меньше, может, 60. Хотелось бы в идеале, чтобы 60, когда играешь какие-нибудь в игры, а не 80. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова. Кстати, забыл еще сказать один немаловажный момент. Что главное в момент чистки ничего не сломать. Так что бывает такое, что вот, когда чистишь, там же на плате пыль лежит, чистишь эту плату, ничего не зацепить.
то, что потом может и не включиться. Ну, то есть аккуратненько чистить, потому что если чистить как-то там слишком усердно, что-нибудь зацепить и сломать, ну, после чистки он может уже и не включиться, как бы, поэтому надо аккуратненько. Ну, сейчас я знал более-менее, что все нормально, но раньше, когда вот, когда сам первый раз чистил, так вообще страшно было, боялся, а вдруг, типа, все, я сейчас почистил, он больше не включится. Вот это, ну, когда первый раз чистишь, вообще сам первый разбираешь комп, и там по всем этим железякам лазишь, страшновато такое, типа, впечатление, что а вдруг сломается, есть такой страх небольшой. Сейчас я уже чистил, особо страха не было такого. Но вообще, такое может быть, что боишься за то, что он не включится. Поэтому надо делать все аккуратненько, чтобы быть уверенным, что все нормально. Вот. Такие дела. Ну, а теперь точно все. Всем покидал.